Я думаю, это удивительная атмосфера в залах, которую создали наши сегодняшние художники. Она уже как-то нас всех настроила на такой очень теплый, лиричный, душевный, где-то даже духовный лад, что очень-очень приятно. Но все мы с вами знаем, что в этих залах открываются очень разные выставки, и все-таки каждая выставка – это совершенно неповторимое событие. И самое удивительное, насколько они все не похожи, и насколько они похожи тем, что с нами рядом настоящее искусство. И приветствует нас сегодня в этот вечер камерный ансамбль барочной музыки «Кирхенконцерт» в составе Родченко Дарьи, Пряткина Дмитрия, Гудц Марьяны и Брюхановой Елизаветы. И позвольте все-таки представить художников, которые сегодня этим вернисажем дарят нам свои художественные образы. Ануфриев Сергей Евгеньевич, заслуженный художник России, председатель правления Красноярской организации Союза Российской Федерации, действительно член Российской Академии Художеств. Пожалуйста. Я думаю, все мы его очень хорошо знаем и любим. И, наверное, сегодняшним гостям в особых представлениях он не нуждается. Удивительное дело, что эта выставка как раз собрала вот не просто художников, но людей, которые в принципе неравнодушны к художественной жизни, к тому, что есть сегодня, что будет после нас. Все четыре участника – это председатели региональных союзов художников. Поверьте, зная, что такое организационная вот эта ответственная работа, бесконечная работа, одновременно быть еще и творцом, а мы видим, что нынешние председатели именно такие, конечно, это очень и очень, ну, и почетно, и нам радостно видеть именно вот таких современных творческих председателей. Итак, следующий персонаж нашей выставки – Иванкин Вадим Викторович, заслуженный художник России, председатель правления Новосибирской организации Союза художников Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств. Иванкин Вадим Викторович. Тоже, я думаю, многим красноярцам известен. В нашем собрании есть его работы. Замечательный мастер, которого мы видим на наших больших выставках в Сибири. Итак, Иванкин Вадим. Машанов Андрей Николаевич, председатель правления Омской организации Союза художников Российской Федерации, участник и лауреат международных конкурсов графики в странах Европы и Азии, всеми нами горячо любимый человек, который живет в каком-то удивительном мире ангелов. Машанов Андрей Николаевич. И нам не дали скучать без этого совершенно удивительного, сложнейшего вида искусства. Конечно же, мы очень рады впервые приветствовать в наших залах Валерия Васильевича Левотаева. Он дальше всех к нам приехал. Председатель правления Союза художников Комсомольска-на-Амуре. Обладатель золотой и серебряной медалей Союза художников России. Вот такой у нас звездный председательский, можно сказать, состав. И, конечно же, мы очень рады, что эта выставка состоялась. Мы все видим, что она необычная, она столько много включает в себя. Это и живопись, это и керамика, и, как я уже, ну и все вы видели, это эмаль, причем очень разная. И Сергей Ануфриев представляет, и Валерий Левотаев показывает, как много в ней можно сделать. Это и страницы авторской книги Андрея Машанова, и вся его удивительная, тоже такая разная и такая светлая графика. Извините, Зацепин Виталий Сергеевич, консультант министра Красноярского края, министра культуры Красноярского края. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо вам, что вы сегодня собрали нас здесь, на этой замечательной выставке.
Год культуры продолжается, год 80-летия Красноярского края также продолжается, поэтому можно считать, что это очередной подарок от художественного сообщества не только Красноярского края теперь, но и Сибири, Комсомольск-на-Амуре. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы даете радость, эмоции замечательные для жителей Красноярского края и позволяете взглянуть на исконно настоящее современное искусство. Позвольте вас поздравить от имени министра культуры Красноярского края Елены Галактионовны Пазниковой. Она собиралась на это мероприятие, но, к сожалению, не получилось. У нее срочное совещание в правительстве. Я уверен, что буквально завтра она посетит эту выставку. Поэтому спасибо вам большое. Желаем большого количества посетителей этой выставки. Ну и успехов в работе. Дарите нам свои произведения, свое искусство. Спасибо. Я вижу в зале очень много коллег-художников. Я очень рада приветствовать и Геннадия Леонидовича Рукшу, и Наталью Валерьевну Малащук, наших замечательных друзей, помощников. Мы всегда рады их видеть и благодарны им за все, что они делают для нашего музея, для развития искусства, культуры в нашем городе. Этого нарушения. Спасибо, дорогие друзья. С полным основанием можно так говорить, потому что практически всех ни один раз не видели, работы в первую очередь, и, конечно, вас самих. Я не перестаю цитировать одну замечательную вещь, которая есть, о том, что жизнь в пространстве большой страны без культурного взаимодействия практически невозможна. И здесь при множестве жанров, видов, изобразили разных искусств, которые существуют в культурном процессе, нет другого жанра, как изобразительное искусство, которое нас объединяет, так сложилось, к чести и достоинству красноярских художников, художников региона, потому что совместные выставки, которые системно у нас проходят, нас просто приближают, и мы становимся друзьями. Слава Богу, что это есть. Управление культуры города Наталья Валерьевна Малащук. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот, наверное, соглашусь с тем, что сейчас ключевое слово «эмоция». Я вижу ваши лица, ловлю себя на внутренних своих размышлениях. Зайдя сюда, сначала вроде как вот гардеробная зона, да, здрасте-здрасте, вошел по залу, и все. Тебя уже поймала мысль, тебя влечет все то, что нам приготовили уважаемые мастера. Это действительно, как уже сегодня прозвучало, подарок для Красноярска. Нельзя сказать, что у нас мало культурных событий, в том числе всего того, что уважаемые художники дарят. Но, с другой стороны, этого не может быть много. И, да, я думаю, мы все сейчас про это говорим. И спасибо огромное. Вот я не случайно сказала, что эмоция. Ты забываешь про все то, что там за окном. В это замечательное время, когда осень вступила в свои права, а за окном светит солнце, и перед вами вам показывают вам показывают замечательные работы лучшие художники: Ануфриев, Иванкин, Левотаев. Вот я тоже где-то там. И чрезмерно, конечно, приятно и огромная благодарность музею за то, что дали возможность нам здесь показаться. Я, конечно, очень рад, я довольно-таки часто бываю в Красноярске, потому что для меня это родной город, и я никогда не забуду то замечательное время, когда я был в творческих мастерских академии, и, конечно, огромная благодарность и своему руководителю Герману Сафадиновичу, и вообще то время было для меня потрясающе, как бы, интересное, здорово все это крутилось. Я уж не говорю о том, что с Сергеем у нас связывает давняя дружба, и я надеюсь, хотя они меня побьют, это стопудово, за то, что, придумав какой-нибудь очередной проект, в первую очередь я получаю по шее от них, потом они так тихо соглашаются и говорят: ну ладно, будем делать. Вот. Причем я, конечно, клялся, что не будет в следующем году выставки,
выставка будет, я им пока не скажу, что давайте мы дождемся окончания торжественной церемонии. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Счастья вам, любви и всего самого хорошего. Очень здорово, что я меня пригласили, но вы там сожалеете, что музей шикарный, не Суриков, думаете, музей имени Суриков, да? Попасть в зал, это просто везение, безумное везение. Я очень надеюсь, что я буду первым, кто из Дальнего Востока на дорожку протоптал. Наверняка еще что-то вариант, другие художники. Очень надеюсь. И спасибо, конечно, представителям, что позволили мне хоть немножечко показать в Сибири искусство Дальнего Востока сегодняшнего. И вам спасибо большое, что вы пришли. Я очень волнуюсь, конечно, впервые в коллективе в Сибири. Я полагаю, что вы такой хорошая. Я так уверен, что она очень симпатичная. Я долго ходил по ней, она цельная, очень замечательная. Спасибо вам большое. Не то, что мы тут себя хвалим, уже трое выходим, мы одно и то же самое поем. Но как-то есть надежда на то, что выставка эта состоялась, и она действительно не хуже той первой, которая была в Новосибирске, а только улучшается и как-то выкристаллизовывается эта идея. Новосибирск как-то всегда догонял соседские города, то Омск догонял, то Красноярск догонял, уже, блин, вспотели догонять. Надеюсь, догнали. Мы хотим подарить художественному музею книгу об истории новосибирского искусства, которую мы совершенно недавно издали, и вам ее хотим передать. Я извиняюсь перед другими тремя участниками, потому что они с пустыми карманами пришли. Но я могу открыть секрет. Традиционно на наших выставках произведения в музей дарит Машан. Это, ну, очень ценно, потому что все художники здесь присутствующие у нас есть, и мы с ними работаем, и работаем, и работаем. То есть ваша книга не просто будет лежать, она будет работать. Огромное вам спасибо. Для нас, конечно, это особая честь. Хочется сказать, что должность председателя — это, безусловно, ответственность, которую невозможно просто так взять, сбросить и забыть. Конечно, такого количества времени посвятить тому, чему бы хотелось, как раз вот не хватает, но нас вместе сдружило как раз не председательство, а как раз творчество. И всех моих друзей я знаю только в первую очередь как настоящих больших художников. И мне в этом смысле очень повезло выставляться рядом с ними, тем более, что каждый из них — это действительно глыба. И Вадим, и Андрей, и Валерий. Самая лучшая выставочная площадка в городе на сегодняшний день — это, конечно же, музей. И Валерий Васильевич правильно сказал, что музей имени Сурикова, он как бы еще больше обязывает. Планов может быть действительно много. Одно, что очень радует и греет сердце, то, что председательство — это ненадолго, а искусство, оно будет вечно. Спасибо. Вообще, чтобы им было приятно вместе собираться, мы им приготовили совершенно эксклюзивный подарок, чтобы они вот в следующий раз, на следующем открытии, были все в форме. Это сейчас принято, дресс-код. А дресс-код у нас будет всем к лицу, абсолютно. I love Суриков. Вот это пятый, это то, что остается от председателя после. Мы после этих радостных